В Магадане продолжаются поиски медведя, убийцы четвероногого по кличке Буч, который более 10 лет жил в микрорайоне Пионерный. Напомним, несколько дней назад ночью бурый вышел к частным гаражам и напал на кавказскую овчарку. То, что осталось от собаки, хозяйка нашла утром в нескольких метрах от пятиэтажки. Сотрудники регионального госохотнадзора каждый день патрулируют места, которые могут привлечь хищника. Дежурят по 9 часов в лесных зонах моргородка Пионерного и Солнечного с 22 до 7 часов. В месте нападения на кавказскую овчарку сейчас засада на хозяина тайги. Специалисты говорят, что детально изучили характер поведения медведя, напавшего на животное ночью вблизи жилых домов. Дело имеет с очень опасным хищником крупных размеров. На прошлой неделе инспектора делали обходы данной территории после дождя на предмет выявления следов медведя. Потому что на почве, в грязи, как бы это все явно выражено. Следов не было. С четверга на пятницу на прошлой неделе полностью от наших драконов до Зайцева были обследованы места. Следов не было. Медведь пришлый. И пришел он недавно. То, что он вернется, есть вероятность. Если медведь вернется, то его отловят и в клетке вывезут за пределы города. Магаданцев убедительно просят быть предельно осторожными, отправляясь за грибами, ягодами или на шашлыки. Особенно опасно в сумерках и ночью. Это время бурого хищника.